В свои лучшие времена это местечко считалось настоящим музеем. А теперь просто захолустье, известное лишь старыми страшилками. Побывать там и злейшему врагу не пожелаешь. Так, вот и он, дом правосудия. Ха. А он вовсе не такой заброшенный, как кажется. Лучше бы я был неправ. Thank you.
Твою мать! Это что еще за дерьмо? Что это такое? Свежая краска, похоже, только что написали. Дочка от матери ведьмы сбежала, только сама лишь ведьмою стала. Кара настигнет ее в эту ночь, сгинет в мучениях блудная дочь. Блин, это про Джой. Оперативный штаб по делу звонаря. Надо тут все смотреть. Стоп. Похожее убийство. Но между ними десятки лет. Что это значит? Подражатель или заговор? Что еще ты спрятал в этом доме, урод? Что это было? Чувствую всей кожей, какая невероятно мощная аура у этого дома. Как в музее, где пытается возродиться древнее зло. Надо рассказать об этом полицейскому Бакстеру. Не исключено, что это жизненно важно.
Господи, Бакстер! Я должен был тебя остановить. Ронан? Что за чертовщина? Ты больной ублюдок! Скажи, зачем? Зачем тебе понадобилось убивать всех этих маленьких девочек? Ты думаешь, это я звонарь? Ты что, совсем спятил? Я никого не убивал! Ты должен мне помочь. Где мы вообще? Нужно выбираться отсюда! Нужно выбираться, так теперь мы с тобой друзья, да? Ха-ха-ха. Рассказывай, что тут происходит. Так кто тебя убил? Звонарь, придурок. Но я не успел разглядеть его лицо. Что ты здесь делал? Шел по следу. Я никогда не бросал это дело. Мы с экстрасенсом, с Кассандрой, выяснили, что звонарь охотится на медиумов, а потом берет и казнит их, как ведьм. Я уже не мог бросить дело, даже после приказа Рекса. Так вот почему ты был в музее. Ты знаешь, где скрывается Кассандра? Она хоть жива? Думаю, да. Я отвез ее подальше, в дом за городом. Боже, так она жива. Я думал, она давно погибла. Вот теперь Джой обрадуется. И не останется одна. Кассандра упоминала свою дочь? Только о ней и говорила. Мы искали Джой, хотя это было очень рискованно. Кассандра умоляла меня выяснить, где ее дочка, но я ее не нашел. Ты сейчас удивишься. Джой помогла мне сегодня. Конечно, один ты бы так далеко не продвинулся. Ну да, как и ты без помощи ее матери.
Где убийца? Не знаю. Он может быть где угодно. Но когда мы дрались, он кое-что сказал. Стой. Убийца мог говорить? Ну да. Кажется, я его разозлил. Сказал ублюдку, что он скоро сдохнет. А он такой: я знаком со смертью. И что-то там вроде: мое орудие смерти снова ждет работа. Мое орудие смерти? Но он убивает всегда по-разному, не понимаю. Да, я тоже. Придется разбираться, что это значит. Так, возвращайся к Кассандре. Проверь, как она там, и отведи в участок. Что будем делать? Я по-быстрому загляну в подвал, а потом составлю план. Что тут произошло? Но ты знаешь, что тебе не избежать заслуженной кары! Для подростков Салем был не самым привлекательным местом в мире. Когда мы с друзьями играли после школы, обычно мне приходилось как следует напрягать воображение, чтобы хоть как-то оживить занудную повседневность. Для нас история Салема состояла из пары жутких историй и достопримечательностей для туристов. Ведьм не существует, мы все это знали. Вот почему над Робби Барнсом смеялась вся школа. Он на самом деле в них верил. Сейчас, оглядываясь назад, я жалею о том, что мы так над ним издевались. Возможно, именно из-за этого он и умер.
не помню, кто именно из моих друзей придумал разыграть Бобби. Однако скоро этим увлеклись все. Мне поручили найти какое-нибудь старое заклинание. На это ушло минут 15. Ведь в библиотеке были практически все книги, когда-либо написанные на эту тему. Для следующего этапа нам понадобился пустующий дом правосудия, который стоял на холме. Все говорили, что в нем водятся призраки. Мало того, ходили слухи, что в каминах дома судья Готтерн сжигал тела осужденных ведьм. Тут и должен был сыграть свою роль Робби. Мы поспорили с ним, что он не сможет пробраться ночью в дом правосудия, взять из каждого камина пригоршню пепла, а затем зажечь свечи, посыпать их этим пеплом и прочитать заклинание. Мы сказали ему, что если все сделать правильно, свечи погаснут. И если он это проделает, и пламя свечей хотя бы задрожит, то мы больше никогда не будем над ним смеяться. Мы видели, что ему страшно, однако он набрался храбрости и согласился. Мы не сказали ему лишь о том, что спрятали в доме камеру, чтобы запечатлеть всю эту забаву на пленку. На следующий день Робби не пришел в школу. Мы решили, что он струсил, и ему стыдно показаться нам на глаза. Потом я узнал, что Робби официально считается пропавшим. Когда я забирал пленку из спрятанной камеры, у меня дрожали руки. Я нажал кнопку воспроизведения и промотал все в ускоренном темпе, пока не увидел Робби. Он все делал так, как мы ему сказали. Но затем перед камерой возникла темная фигура. Робби в ужасе обернулся, а по экрану пошли помехи. Когда картинка снова появилась, Робби уже исчез. И единственным признаком того, что здесь что-то произошло, был дымящийся камин в углу. Но ты знаешь, что тебе не избежать заслуженной кары. Я думала, это справедливый суд. Так где же он? Суд не место для твоих грязных наветов. Ты исчадие ада. Своими ложными обвинениями ты посылала невинных на смерть. Сегодня их родные увидят, как свершится правосудие. Ложными обвинениями? Что за мерзость ты малюешь? Мой знак, как клеймо, прожжет плоть этого города. Пусть это займет целую вечность, но я постараюсь, чтобы колокол прозвонил по каждой ведьме в Салеме. Стоп. Выходит, мой убийца Абигайль.
она звонарь. Разве это возможно? Нужно выбираться отсюда и выследить ее. Пропал. Значит, все происходит прямо сейчас. Козел, куда ты дел, Джой? Орудие смерти, то есть ее смерти, там, где ее казнили. Речь идет о виселице в музее. Держись, малышка, я иду.